самая большая и интересная автономная республика на Северном Кавказе. Дагестан значит «страна гор». Но географические и природные условия республики так разнообразны, что здесь, на сравнительно небольшой территории, рельеф от приморской низменности поднимается до высокогорной альпийской зоны и области вечных снегов. Прикаспийские плодородные долины граничат с полными экзотики уголками настоящей полупустыни и субтропическими лиановыми лесами. Населяет Дагестан 32 национальности, и каждая говорит на своем языке. Это страна с неисчерпаемым источником народного богатства, любопытнейшим этнографическим калейдоскопом ее населения, писал о Дагестане Немирович Данченко. Дагестан завернулся в воздух, как в кусок шелка. Он весь в зарослях древних легенд и преданий, в старых могилах, в старых воспоминаниях, еще не изгладившихся из общей памяти. Нигде не встретишь такой близости истории к жизни, и это и удивляет, и трогает одновременно. Дагестан принадлежит большой истории, как Рим, Бородинское поле, Перекоп. Исключительно самобытная история, материальная и духовная культура народов Дагестана нуждалась во всестороннем и глубоком исследовании. Владимир Ильич Ленин в тяжелые 20-е годы проявил глубокий интерес к жизни и национальной культуре Дагестанской республики. В 1924 году по инициативе областной партийной организации был создан научно-исследовательский институт, позже переименованный в Институт национальных культур.
Организатором и душой научно-исследовательской работы был нарком просвещения Дагестана Алибек Тахугоди. Огромная роль русских ученых в изучении культуры Дагестана. Академик Иван Иванович Мещанинов, первый председатель Дагестанской базы Академии наук СССР. Языковеды, академик Николай Яковлевич Мар, профессора Николай Феофанович Яковлев и Лев Иванович Жирков. Видный кавказовед, профессор Марк Иосифович Косвен. Пионер дагестанской археологии Александр Александрович Ессен. Археологи, профессора Андрей Павлович Круглов. Лауреат Ленинской премии Евгений Игнатьевич Крупнов и другие ученые. Их разносторонняя научная деятельность способствовала развитию науки в республике и подготовке квалифицированных национальных кадров. Дагестан был краем сплошной неграмотности, темноты и отсталости. Все силы на культурный штурм. И Институт национальных культур с первых дней создания активно включился в работу по осуществлению культурной революции в республике. Непримиримая война в вековечной темноте женщины-горянки. Глаза, ослепленные мраком ночей, томились веками среди темноты. Теперь обрели они зоркость лучей, которыми солнце глядит с высоты. И среди героев труда Республики Советов Михаил Иванович Калинин поздравил с высокими правительственными наградами сынов и дочерей горного Дагестана. Недобровольно вскарабкались аулы на дьявольские высоты. Их загнала вверх на откосы гор борьба. Аулы стоят на краю пропасти, как самоубийцы. Сделай шаг к ним, попробуй схватить их, и кажется, они тотчас кинутся вниз головой в паде ущелий. Переселяясь на плоскость, горцы оставляли неприютные каменистые скалы, которые вековым трудом многих поколений превращали в пашни и сады. Вы, уходящие в край напоенный солнечным светом, водой голубой, бедность забудьте на каменных склонах, честность ее заберите с собой. Земли щедрее на низменном месте, больше здесь света, тепла и красот, чистой вершины отваги и чести не покидайте. Шли годы. Освобожденные горцы советского Дагестана с помощью русского народа создали собственную энергетическую базу, построили передовые, по последнему слову науки и техники, промышленность, сельское хозяйство. Дагестан становится краем сплошной грамотности и социалистической культуры. А старейший на Северном Кавказе научно-исследовательский институт истории, языка и литературы стал подлинным научным центром. Институт осуществляет разработку важнейших проблем археологии, этнографии,
истории, социологии, фольклористики, литературоведения, языкознания. На 32 языках и множестве диалектов говорят народы Дагестана. Это ставило перед сектором дагестанских языков неотложные задачи огромной научной и практической важности. Необходимо было создать новый алфавит, доступный для большинства населения. Создать письменность целому ряду основных народов. Подготовить школьные учебники по дагестанским языкам. Доктор филологических наук Магомед Магомедович Гаджиев, автор многих школьных учебников и монографических исследований по лезгинскому языку. Видным ученым-языковедом был профессор Шахабуддин Ильясович Микаилов. Им опубликовано около 70 научных трудов по аварскому языку. Шахабуддина Ильясовича можно по праву считать основоположником дагестанской диалектологии. Сектор дагестанских языков возглавляет Гаджи Бадавиевич Муркилинский, первый языковед, доктор филологических наук в Дагестане. Им издано 40 научных статей и 3 монографических исследования по лакскому языку. Лезгинка, доктор наук Унизат Азизовна Миланова, филолог широкого профиля. Ею написано 3 монографии и много статей по вопросам дагестанского языкознания и литературоведения. Кандидат наук Саида Магомедовна Гасанова, автор исследований по даргинскому языку. В институте создается лаборатория экспериментальной фонетики. С помощью технических средств в лаборатории будут проводиться объективные исследования качественных и количественных характеристик звуков речи. Идет расширенное заседание ученого совета института совместно с представителями отделения языка и литературы Академии наук СССР. В работе конференции принимают участие видные ученые-лингвисты из братских республик. Директор Института истории языка и литературы имени Гамзата Цадасы профессор Даниялов докладывает сравнительно-исторический анализ языковых групп Дагестана. Дагестанским ученым есть чем поделиться со своими гостями и коллегами. Горские народы обрели свою собственную национальную литературу. Получили всенародные признания народные поэты Дагестана Гамзат Цадаса, поэт-мудрец, Абуталиб Гафуров, Тагир Хрюкский, Ашук Сулейман Статский. Ученые сектора литературы и народного творчества провели большую работу по сбору фольклорного материала и исследованию поэзии народа.